Это чижик. Прячется. Да, чижик. Машинка маслица попила. Это раз кто-то не поцарапает проводами своими. Ну уж прям сейчас все тебе исцарапаю. Не мне, а тебе. Да уж. Тем более, да? Ага. Ты помнишь, видишь, что у тебя салфетка? Конечно, я только что туда положил. Ну, там главное не забыть ее тут. Ничего страшного не будет. Будет там салфетка. Да. Это будет самое чистое место машины. Вот, все. Кашу маслом не испортишь. Да уж. Не реклама. Ну вот, родители сына вызвали, чтобы он помощь оказал. Ребенок приехал, а тут вон дела делаются у нас, да, глобальные? Да. Проверь. Студент. Первокурсник. Да. Он приехал и что-то мне все про квантовую физику, и туда, и сюда, и про опыты, а мама слушает. Ушки-то развесила, ничего не понятно. Очень интересно. Да? Да, мама? Да. У них, короче говоря, эксперимент какой-то делают именно на их курсе, и вот эта вот квантовая физика оплачивается все МГУ. И вот на сессию летом поедет в Москву. 2 месяца им оплатят. Совсем на сессию. Ну а что это будет? Я так понял, сессия. Нет, это будут всякие симпозиумы там, выступления умных людей будем слушать, какие-то лабораторные работы проводиться. Микрофон сую. Зрители говорят, что плохой звук у нас. А это что-то с камерой у меня похоже, потому что я грешила все это на Вегас. Что, Вегас у меня неправильно работает. Так что... Такое Вегас-то, ребята. Ну, программа, в которой видео делается. Там у нас процесс идет, солнце в глаза светит. И будет у нас скважина с нормальной водой наконец-то. Будет, будет, да. Шашлык из себя будет, вон коровы идут. Домой возвращаются. Дает корова молоко. Да, быть коровой нелегко. Персик. Персюня. Персюня. Такая вот установка интересная, бурильная. А это, Саша говорит, идет вымывание водой земли и грунта из скважины. Так что ли? Целый процесс. А, заканчивается. Темнеет. Только-только работы завершились. Ну что же, вот теперь у нас есть скважина. Не знаю, сейчас, может быть, не очень хорошо видно, но вот как есть. Покажу. Сейчас откачивается вода. Пока она идет с песком, грязная. Вот, очистится со временем, я надеюсь. Вот такая вот вода сейчас из скважины течет. Мне кажется, она даже уже почище стала. Была прям грязная-грязная. Идет вода? Да, идет. Воздух подсасывает. Ну, этот шланг не предназначен для этих фитингов. Ну, на все равно. Вода без воды. Ну вот как-то так. Пришло бабье лето. Днем очень тепло, даже жарко. Ну вот ночные температуры, конечно, такие прохладные.
Вот утром холодно. Ваня болеет у меня. Сегодня вот ездили в поликлинику на осмотр. Сопли, слюни, горло. Ну так вот. Задание взяли. Сейчас вот пойдем с ним уроки учить. Цветульки мои. Идем, сынок, уроки учить. Хорошо, когда тепло. Ветер поднялся. Что-то придет к нам. Похолодание, может быть, или наоборот, жара. Голова болит. Это значит, точно будет смена погоды. Ну что ж, друзья мои, видите, что происходит. Процесс пошел. Идет строительство. Скважина в действии. Единственное, сейчас пока еще вот вода содержит небольшое количество какого-то такого серого, меленького песочка. Ну вот просто надо откачивать. И вот строим забойный цех. Так что вот такие у нас вот новости. Муся. Муся, здравствуй. Ну так, стоит только захотеть. Можно в космос полететь.